have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Cat Quest 2. Как я вам и говорил, между сериями я быстренько смотался, прокачал наших героев, поменял некоторую одежду. У мага у нас поменялся посох, поменялась мантия. У бойца у нас поменялся шлем, потому что... ну, у меня была возможность пойти полностью в урон, но я попробовал сбалансировать. Там у нас, если вы помните, был сет авантюриста. Там меч на грудь, ну, как бы доспех и шлем, они все идут в урон. Просто можно было бы получить огромнейший урон. Но я немножечко сделал по-другому. Докачал наш меч еще немного. Главный, который у нас, которым мы пользуемся, он у нас теперь 30 уровня на 61 урон. А доспех, у нас доспех рыцаря и шлем ниндзя, если я не ошибаюсь, шлем шторма, ну ладно. Он у нас, я их немножечко подкачал, они у нас полностью идут в защиту. То есть у нас тут получается шлем рыцаря, это шлем шторма. Вот 20 защиты, ну как бы не защиты, а именно брони. А доспех у нас аж на 101 брони теперь. Потом, у мага наоборот. У него брони вообще нету как таковой, но по сути я рассчитываю на то, что танковать у нас будет котяра. Вот, а магу я влепил все на урон, то есть нагрудник дает 45 дополнительного урона, посох я ему прокачал, поставил исцеляющий посох. Я знаю, что исцеление сейчас у кота, и это немножечко неправильно, но у него очень хороший урон. У него был очень хороший урон, выше, чем то, что был у огненного. Огненный у нас где был, кстати? Вот он. 39, я поставил исцеляющий и еще и качнул его, теперь у нас 60. Вот, и шлем я ему отдал вот этот вот пурпурного ниндзя, который дает еще 12. Шлем я, к сожалению, не качал, мне просто закончились деньги. Но у него, видите, все вещи полностью заточены в дэмэдж. То есть у него, смотрите, 373 магический урон. У нас 317 физический урон. Кстати, у нас физический урон меньше, чем у него магический. Ха, это интересно. Ну, с другой стороны, понятно, у него три вещи под урон. У нас только меч работает на урон, остальное идет на защиту. Попробуем. Надеюсь, так нас не будут выносить. Теперь давайте пойдем по побочничкам. Итак, вот у нас мост. Великий мост между двумя мирами. Эй, вы же не боитесь замяучить лапки? Поможете мне в эпической смертельной схватке? Давай, давай, чувак. Ха. Смотрите на пса вон там. И что с ним? Мы пытались выгнать другого. Если бы я не мог... если бы я мог доплыть туда... Он продолжает лаять на меня, будто я понимаю, о чем он... Стой, ты собака? Ну да. А, о, ты можешь перевести эту записку, которую он царапал? Прочитай ему, чтобы заставить его бежать отсюда в слезах. Я не хочу, чтобы он бежал отсюда в слезах. Дает записку. Окей. Я не хочу... Ну ладно. Что? Этот комок шерсти назвал меня толстой, старой, слюнявой дворнежей и мордой. Ну, ты скажи ему, что он злой. То шарахается от огурцов. Это как раз про тот прикол, когда рядом с котами ложат огурцы, и они их пугаются, да. Я не боюсь никаких огурцов, шерсти клок. Он не убежал в слезах. Селянин дает вам мяч. Они любят играть в мяч. Бросьте этот мяч как можно дальше. Он потеряется в поисках. Вы бросили мяч изо всех сил. Почему я это сделал? Ну ладно. Мячик? Скоро буду. Показывает вам мяч. Возвращаю его. Этот кот думал, я потеряюсь. Вот мятное масло отпугивает котов. Дайте ему это. Как он посмел? Пора пускать в ход котовник. Большинство собак от него клонит в сон. Котовник. А, я просто вздремну тут. Я могу спать стоя. Не дей...
Он уснул. Он все еще здесь? Милорд, какая настойчивость, а? Блин, там виверны. Стойте, у них тоже есть виверны. Его сейчас едят, спасите его. Я надеюсь, я получу уровень просто за это задание. А, все в порядке. Если честно, это весело. Хотя от всех этих моих... от всех этих военных действий в глазах немного потемнело. Так. Скажите ему, что он выиграл раунд на этот раз. Он в порядке? Нет, я не успокоился. Все равно я приму по... я приму победу на этот раз. Вот, возьмите немного золота в награду. Какая себе экспы прилетела. Да, нас все равно довольно неплохо сейчас магии шарахнуло, но мы, в общем-то, держим удар, и урон увеличился, это тоже круто. Так, где у нас там еще были... Блин, тут еще есть крутые побочки. Престол Люпуса. Я надеюсь, что... игра не закончится вот так. Минуточку, где я видел еще побочки? Вот здесь была побочка возле озера Фелингард. Давайте сходим, посмотрим, на какой на уровень. И еще что у нас здесь. 70-й? Нет, спасибо, нам еще рановато. Я боюсь, нам навешают люли-люли. Книга первых королей, цитата 4. И голос призвал из пустоты: беги, пока еще в силах ты. Страх сковал королей в тот же миг, порча глубокая настигла их. Это у нас быстрое перемещение, да? Спасибо. Пока еще не до конца разобрался, как пользоваться быстрым перемещением, уж извините. Ну вот как-то так. Просто зайти в пещеру. Просто какая-то пещера. Тайный схрон. Чего? Вы нашли клочок бумаги. Ух ты, ё. Просто, чтобы не забыть, я спрятал ключ в дальнем схроне. Никому в голову не придет искать там. Надеюсь, больше не потеряю эту записку. В дальнем схроне. Это интересно. Что значит дальний схрон? А тут кто? О, тут у нас хот-тот-дого. Да, прикольно, прикольно. Я как раз его недавно посещал, только не в этом месте, а в другом. Я где вообще? Блин, это... мне вообще-то резко вниз надо сейчас, да, я так понимаю? Тут какие уровни? Дальний схрон, черт побери. 90-й уровень! Так, но по крайней мере мы знаем, где дальний сход. Возле персидского барьера. Все, надо запомнить. Здесь ключ. Я так подозреваю, что, возможно, это золотой ключ, который нам нужен будет... эти самые воины, что ищут, кому помочь. Один из наших солдат пропал. Нужна помощь в поисках. О, похоже, это по уровню. Давайте. Так, итак, пропавший солдат зовут рядовой Мяун. Рядовой Райан. И он пропал в бою. Отмечу последний известный координат. Верните рядового Райана целым невредимым. Найти рядового Райана. Черт, а мне у собак искать? А, ну да. 90 уровень. Я понимаю, что еще 20 уровней. Ой, на 60-й. А я пойду сейчас по-быренькому зачищу. Я надеюсь, что получится. Погодите, ребят. Я очень надеюсь. Оу, я стал... да, отойди. Я стал кидать по две штуки после... или это... я поменял посох? Да. Но это после того, как я поменял посох, или после того, как я его заапгрейдил, мне вот интересно сейчас.
Ну, то есть, зачем себя подвергать лишнему риску, правильно? Я пойду заберу. Так-то я чувствую себя маленьким уровнем, но на самом деле я уже 70 практически. То есть, если мы сейчас вытащим это подземелье, мы будем 68-м. Валим. Отлично. Эти ребята у нас... Офигеть, как больно. Ну, то есть... Эти ребята у нас склонны к физическому дэмэджу, я так понимаю, да? Стреляй. Блин, отхавал урона все-таки в конце. Ну хорошо. А вы... Ой, вы маги. Чем ты меня так приложил? Заклинания, кстати, никакие, ребят, не прокачивал. Я говорю, у меня деньги просто закончились. Я, в общем-то, все деньги вложил. Именно в прокачку доспехов и оружия. Я магию пока не качал. Накопим сейчас еще 1010. Так, эти ребята вроде... Нет, они тоже физически... Накопим 1010, я думаю, мы попробуем прокачать еще магию, которая у нас есть. На лечение и всякое такое нам понадобится, я думаю. Но эти мне, кстати, особого урона-то не нанесли. Испытание было очень легким. Ну, 60 уровень, прям реально 60. Просто я привык к тому, что на 60 уровне нас тогда хорошенько так вскрутили, а сейчас вроде нормально. Это было несложно. Пурпурная катана на 20. Сейчас, ребят, секунду. В принципе, надо будет посмотреть масштаб увеличения урона, потому что, например, когда я сейчас качал броню и всякое такое, там масштаб скилл урона был очень хороший, ну, как бы урон и защиты. Вы ищите Мяуна, да, я кое-что знаю, вам нужно поговорить с глаз на глаз, ищите меня в гробнице последователя, вот она, кстати. Идем, проследуем в гробницу последователя. 55 уровень. Это мы сможем... Это если что. Подозрительный солдат сюда. Не говорите мне, что рядовой Мяун у нас дезертир. Ну тут пока ничего не выглядит сложным. Сейчас мы этого чувачка сюда подведем. Спасибо. Это пока не откроется, да. Я там монетку забыл, уже вижу. Блин. Который успел урон на 600 отхавать? Ладно, 60. Блин, моего бро сейчас... Убьют. Надо подлечиться. Неплохо получилось. Не-не-не, я пока все не зачищу, я с тобой разговаривать не буду. Погоди, дружище. Мне интересно, что тут еще происходит. Ты чем там стрелять собрался, виверна фигова? И, кстати, у него интересная магия была. Я не помню, если у меня магия такая, в принципе, есть. Возможно,
Я просто реально не помню. Тут у нас, кстати, есть еще такая штука. Потом у королей разбуди свою внутреннюю силу. Гравигав! Вот, кстати, новая магия. Максимальная мана также увеличилась. Спасибо вам за это. А я могу прямо здесь распределять свои магические навыки? Да, у меня появился вот Гравигав. Это у нас восстановить манну. Это у нас зимолапка. Зимолапка, молния и огонь у него. То есть восстановление манны, огонь, молния и лед. У нас берсерк, исцеление. А, меховой щит. Меховой, блин. И ураган. Ага. Давайте, может быть, я вместо Гравигав загоняет вместо урагана, может быть, его использовать. Или вместо... Давайте вместо мехового щита я его использую. Потому что я, честно говоря, не так часто им пользуюсь, как, наверное, стоило бы. В общем, попробуем. Это у нас на R. Слушайте, для... Ай. Для бойца это очень хороший скилл. Для бойца это очень хороший скилл, потому что... Всех стягивает в одну кучу, и очень удобно потом с ними разобраться. Поэтому я его, наверное, оставлю. Нагрудник огненного мага, блин. Знаете даже что? Погодите, а какие у меня боевые навыки? У меня этот ветер. Давайте я, наверное, ветер поменяю как раз на меховой щит, потому что урагав. Он у меня, ветер у меня не прокачан. Какой у нас С, да? Вот так вот сделал. У меня будет лечение, щит. И этот притягивание. Так что хорошо. Давайте поговорим с этим перцем. Вблизи выглядите симпатичнее. Я просто хотел сказать, не арестовывайте меня. За что бы. Я попал в плен на Мурхаму Бич. Маха Бич. Мурмаха Бич. Он помог мне сбежать. Капитан Котов хочет наказать его, поэтому он сбежал сюда. Ага. Вы говорите, что поможете ему? Слава пушистикам, встретимся снаружи. Встретимся, чувак. Сундук откройте, пожалуйста, спасибо. Ну, тут типа спасение рядового Райана, Омаха Бич и всякое такое. Ну, вы понимаете, к чему это все идет. Что нам на этот раз прокачают? Шлем шторма, как раз то, что у меня одето. Круто, спасибо, ребята, это очень полезный апдейт. Так, суперски. Суперски, нам сюда. Я что-то думал, что эти задания нам будут не по уровню, но похоже, они прям перфекто влазят. Надо будет аккуратненько сейчас попроходить их. Меня зовут Лайкерс. Возьмите это в знак доброй воли. Шлем солдата собаки. Круто. Спасибо. Я отведу вас к Майю, но только понюхать кое-что. Понюхай кое-что тут. Скоро вернусь, встретимся тут же. Крутяк, уровень дали. Поехали дальше. Эй, вы хотели помочь Мяу? Ну, верно, сейчас как раз можно безопасно встретиться с ним. Да, идем, идемте. Окей, меня уже ждут. Идите за мной, не отставайте. Это палатка, да? Да. Сейчас вызову Мяу, ждите здесь. Тысяча котов, здесь пусто. Он один из лапатрулей, наверное, нашел Мяуна. Лапа патруль. Нанюхал. Вот след. Идем по следу. По следу, конечно, круто. А, я не могу сейчас зайти. Я думал, я сейчас еще пойду. А вот, кстати, и... вы пришли сюда помочь мне? Щенята доскулились. Шутка. Я тут снаружи. Подстава! Блин! Надо валить, 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 валить.
О, как вы хорошо на магию-то реагируете, ребят. Маг, конечно, не очень, а обычные солдаты очень даже. Да, хорош. Ты лупи мага, а не этих ребят. Эти ребята тут, в принципе-то, ни при чем. Им сказали, они делают. Блин, хоть от парочки... О, а вы ж по воде ходить не можете, ребят. Фух, а чё я тут сразу так не сделал? Эй, здесь. Блин, извини, не то. Так, уровень, кстати, опять. Вот 69-й, говорю. Сейчас мы попроходим немножечко. Вот уже 70-й здесь, так что... О, это вас не говорил Лайкерс. Спасибо, что помогаете мне. Здесь. Доспех кота солдата получен. Круто. Я знаю, кто-то считает, что я предатель, но это не так. Лайкерс выглядит таким напуганным, и я должен был что-то сделать. Все верно, я встретимся в тайном лагере позже. Крутяк, вот 69-й и почти на пороге 70-го. Ну, то есть, 53-й. Это должно быть несложно. Я уже забыл про вас, ребят, которые убегают. Давайте по-быренькому зачистим тут. Может, кстати, за тут и уровень догоним, сейчас станем 70-ми, будет прикольно. Беги, беги. Да блин! Отбежал бы, я бы открыл сундук. Не, блин, он туда-сюда бегает. Кстати, малиновые доспехи апгрейднулись у нас. У нас есть и такие. Стоп, малиновые доспехи — это у нас часть малинового сета. То есть вот эта пушка, она же вроде как тоже является частью. Надо будет посмотреть. Я думал, что я внимательно все посмотрел, но, видимо, какие-то кусочки чего-то я упустил. Да иди сюда, ну блин, что за тобой по всей карте, что ли, гоняться? Кусок этого, блин, кактуса. Бесит этот такой тип врагов. Надо его сразу в эту сторону жать. Лопни. Ну да, этот данж был явно... Я переростком был для этого данжа. То есть они все очень быстренько разлетелись. Ну и хорошо. Дайте мне что-то. О, кстати, лютни музыканта улучшили. Тоже неплохо. Окей. Я все продолжаю спрашивать себя, будет ли у меня полет в этой части игры. Ты кто вообще такой, чувак? Блин. Давайте я сначала за Райана выполню уже побочные квесты, вообще просто бомбические. А тут как... А, я не могу сюда до сих пор зайти, возможно, она квестовая. Хорошо, отлично, вернулись, помогите мне инсценировать мою смерть. Фига себе, вот это запрос! Если капитан думает, что я погиб, я смогу начать все заново. Вот покажите капитану мой шлем и скажите ему, что я улетел на кошачьи небеса. Шлем. Они проведут церемонию прощания, чтобы все было официально. После этого я смогу без опаски вернуться. Ну, раз это так работает, давай. А я здесь был же, да? Да-да-да, мне кажется, что был. Вот дальний схрон.
Мне кажется, что если пойти и очень-очень сильно повозиться, то, возможно, я смогу его вытащить. Но просто не хочу. Раньше 86-7 уровня я не вижу смысла тусоваться. Отдаем шлем. Этот преда... Мяум погиб, я вижу. Но прежде чем вы мы проведем церемонию, мы должны отомстить за рядовую. Приводим атаку на дворняк. Блин, да не надо. Я собрал бомбы вонючки для этих лохматых псов. Иди, принесите их мне. Но помните, их запах привлекает чудищ, так что поторапливайтесь. Ну, блин, я уверен, что чудища там будут, если чё. Блин! Меня просто... Да я не собирался этого... Блин! Есть! Этот мне нафиг не нужен. Я сейчас этого котейку воскрешу. Я ему этого физическим уроном его надо накостылять. Я ему магическим уроном ничего вообще не наношу. Так, ты, блин, хиллер фигов. Фу. Бомбы-то все эти полопались, по-моему, да? Так, ладно, более-менее восстановились. Идем. Добрали полусъеденные бомбы-вонючки. Полусъеденные, блин. Так, ну-ка, поехали. Ага, на, держи. Что это? Чудища съели бомбы, они теперь непригодны против лохматых. Это плохо, я только что получил данные разведки. Дворяшки собираются атаковать. Воины, проследите за нами и уничтожьте их средства нападения. Ай, блин. У них там можно сохраниться прям на... А, не, не, ну, блин, ладно. Коты даже не подозревают, что для них приготовлены водяные бомбы. Водяные и вонючие бомбы. Мы уже собрали их на юго-восточной окраине этого лагеря. Внимание, нас могут подслушивать, будьте начеку. Да, тут можно тупо сохраниться. Юго-восточная окраина. Тут где-то, что ли? Ты вообще кто? Ух ты ж, ё-моё, ты чё такой перец? Со щитом? ХПшки нету, но очень водяные бомбы на юго-восточной окраине. Я же так понимаю, что это с той стороны восток, да? Нужен, ну да, нужен золотой ключ. Солдат что-то мурчит себе под нос. Круто. Ой, собачьи боги, опять забыл, куда сунул эту записку. Неужели уронил ее в затерянную пещеру? Если ни за что не заметить моих следов. Опа! Ну вы поняли, да, к чему это? Созерцание океана спасает жизни самый... Даже самый ововый день. Где фиговые бомбы? Собачьих казарм. Ну, это ж казармы, я так понимаю, да? Круто. А где фиговые бомбы? А,
Восток это с этой стороны. Вот же ж не идиот-то, блин. Почему я запад с востоком-то перепутал, а? Так, хорошо. Окей, окей. Это было на самом деле просто, ну, я затупил, признаю. Бывает такое. Не один раз. Так. У вас получилось? Удовлетворительная работа. Возьмите это. Клинок авантюриста. Вот же опять, блин, 43 урона. Мне очень хочется на него поменять, но ладно. Мы в тупике. Пройдем церемонию по Мяуну позже. Станите здесь воины. У нас этот квест продолжается. Нам дали целый уровень. Но мы, наверное, на этом пока что сегодня закончим. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.